11 июня 2019 года в 21:10 на 56-м километре автодороги Толпаки река Неман, границы с Литовской республикой Неманского района, водитель автомобиля «Мерседес» 1986 года рождения, житель города Советск, неправильно выбрав скорость, совершил наезд на находившееся с краю проезжей части с левой стороны дороги по ходу движения старое довоенной постройки разрушенное здание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб. Транспортное средство не подлежит восстановлению. Здание разрушено. По данному происшествию проводится проверка.